Здорово. Всем привет, Ярополк, по традиции опять выехал в купель. Да, сегодня в России отмечается День рыбака, но наше закаливание мы посвятим Дню российской почты, который отмечается в России сегодня. Поехали. Доброе утро, мы из России. Ой, благодать! Всех почтальонов российских с праздником! Всех почтальонов в России с праздник. Желаю им здоровья и чтобы они всегда доставляли быстро почту. Быстро? Постой, стой, видимо, у тебя не так быстро, да, доставляется, раз ты такое желаешь. Ну, получал когда-нибудь почту российскую? Да. Медленно, да? Достаточно. Поехал домой. Первый раз вообще купаешься в жизни? Да. Серьезно? Да. Холодно. Желаю счастья, здоровья, чтобы быстро доставляли посылки. Ага, повторюшка, дядя крышка. Давай, поехал, с головой ныряй быстрее. С головой, умница. Два, ух ты. Ну что, это твое занятие? Будем ездить еще? Да. Точно будешь? Да. Выпрямись ты, господи. О, да. Ну, всем российским Печкиным по велосипеду, чтобы у вас всегда было доброе настроение. Доброе утро, мы из России.